Ректор Академии выразил свою позицию весьма ясно. Свой сознательный выбор в пользу традиционного искусства он сделал, поработав в Гуггенхайме. Свою роль и роль Академии он видит в первую очередь в презервации традиций реалистической школы, находя прелесть в этом старомодном и консервативном подходе. То же самое Гройс писал о культурной политике сталинского периода. Роль пролетариата состояла не в создании новой культуры, но в апроприации и сохранении классической традиции, деконструированной авангардом 20-х годов. В Академии в роли пролетариата выступают студенты и студентки.